Специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России провели дезинфекцию объектов в Гагре 5 и 6 ноября. В течение двух дней силами сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа обработано здание администрации Гагрского района, центральный рынок, центральная районная больница и здание управления городского хозяйства. Рынок по подсчетам в пределах 25 тысяч квадратных метров обработано свыше до 24 зданий и павильонов. В администрации получается у нас это трехэтажное здание общей площадью 4500 квадратных метров. Дорожного покрытия более 6000 квадратных метров было сегодня обработано. В работе было задействовано 7 единиц техники и 20 человек. На этом дезинфекция в городе Гагра завершена. Обработана центральная районная больница Гагр общей площадью до 15 тысяч квадратных метров, дорожного покрытия до 9 тысяч квадратных метров. После больницы мы переходим на БТИ, обрабатываем там общей площадью здания до 4,5 тысяч квадратных метров и дорожного покрытия до 6 квадратных метров. В субботу 7 ноября специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты приступят к дезинфекции КПП ПСОУ. Ранее российскими военнослужащими в республике были обработаны места массового скопления и дороги общественного пользования Сухума, Гульрипского, Ачамчирского и Гудаутского районов. Всего около 600 тысяч квадратных метров различных поверхностей. Сводный отряд радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Минобороны России прибыл в Абхазию 19 октября. Ранее в апреле 2020 года российские военнослужащие химзащиты уже проводили дезинфекцию объектов в Абхазии.